В Тевриском районе Омской области следователи проводят проверку по факту смерти 31-летней женщины. Ее окоченевший труп обнаружили в лесу. На голове виднелись кровопотеки. Сыщики предполагают, что сельчанка скончалась от общего переохлаждения организма. Она заблудилась в лесу, присела отдохнуть и уснула. А раны – дело рук ее мужа. В результате проведенных проверочных мероприятий следователями было установлено, что накануне женщина поругалась со своим мужем во время распития спиртных напитков. Он ударил ее по голове кулаком, и она обиженно ушла из дома, намереваясь пойти к подруге, по-видимому. Но заблудилась в темноте, и поскольку было достаточно холодное время, замерзла. В настоящее время по факту ее смерти проводится доследственная проверка. Материалы выделены в отдельное производство по факту причинения телесных повреждений и направлены в органы внутренней.